А именно темпа в атаке очень не хватает сейчас Динамо, потому что все атаки у команды Шакова стоячие. На правом крае мяч у Ангушта. Вот и Назрань ловит темп. Батюша отбивает мяч перед собой. 2-0. Назрань делает счет 2-0. И забивает Магомед Гугуев. Вот вам и тренерское чутье Умара Мархиева. Я сказал, что Гугуеву пора менять. Совсем он выглядит уставшим. Но мало того, что Мархиев не послушал, так еще и сделал это верно. Гугуев оказался первым на добивании. И, похоже, грядет первая победа от Гушта. Магомед Гугуев забивает. Мяч на правом фланге. Вот прострел. Матюш отбивает перед собой. Теряет немножко ворота. Так, голевой пас записывает на свой счет Ахьят Гари Султанов. Это его такое кавалерийское включение было по правому краю. Затем неплохой прострел.